Новые впечатления, смена обстановки, возможность реализовать себя и свои интересы. В общем, поиск новых ощущений заставляет человека сниматься с насиженного места и отправляться в путешествие. О людях, решивших все начать с чистого листа и написать новую страницу своей жизни, рассказывает новый фильм «Продвижение», премьера которого состоялась в Национальной библиотеке Чувашии. Нетерпение первых зрителей, волнение режиссера и предвкушение главных героев. Именно в такой атмосфере начался показ первого в республике документального фильма о жизни мигрантов из Чувашии, которые сегодня живут в Париже и Берлине. Я обычно снимал фильм сначала про города, как турист, а потом уже в последнее время я снимаю про людей, а в частности иностранцев, которые живут в других городах. И в этом фильме можно увидеть, первый раз я снимал в Чебоксарах, в своем родном городе, можно увидеть картинки города Чебоксары, также людей, которые здесь живут, также людей, которые уже состоявшихся людей, в частности, это друзья доктора Басама, который является главным героем фильма. Языковой барьер, климатическая и социальная адаптация, поиск жилья и работы. Все эти трудности реальной жизни приходится преодолевать героям фильма. Но каждый из них находит свое место и торит свою дорогу в чужой стране. В документальной картине герои фильма делятся своим опытом продвижения. Роль быть таким, каким я всю жизнь был, каким есть. То есть рассказать о себе, чем занимался, что делал, с кем дружу, с кем общаюсь, как я чувствую себя на земле, которую я приехал впервые 22 года тому назад, именно в Чебоксарах. Как построил отношения с людьми. То есть это я чувствую себя, что я у себя на родине здесь. Это вторая родина для меня. Могу сказать только самые добрые слова. Чувашия – это красота, это республика красивых людей. И самое главное, не только телом, внешностью, и душой, и сердцем. Фильм о дружбе народов. По мнению одного из главных героев, именно такие картины сближают людей. Что касается самого автора, то в этом фильме он был, как говорится, один за всех. И режиссер, и журналист, и монтажер в одном лице. Мне больше нравится снимать и разговаривать с людьми, и снимать три дубля с одним тем же человеком. Люди соглашаются, идут на это, интересно, и мне тоже интересно. Самое сложное – это, конечно, монтаж. При монтаже был интересный момент, когда моя племянница, услышав, что я монтирую фильм, подбегает ко мне, делает такое восхищенное лицо и танцует. И для меня это отзыв ребенка на вес золота. Главные герои фильма «Продвижение» также смогут посмотреть картину, не выходя из дома. А все потому, что фильм будет транслироваться на русскоязычных каналах Западной Европы. А Виктор Чугаров уже готовит новую картину, которую мы сможем увидеть весной этого года. «Доктор Басам» или «Приключения иностранца в России». Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.